Ай-яй-яй-яй, попали? Нет. Уже одного заразили, представляете? А! Ай-яй-яй! Меня убили! Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Кинганчпук, Васаби, Чевозаврик, пацанчики, поздравайтесь! Всем привет! Привет! Мы скачали новые SCP-шки Security Contain Protect. Эти SCP очень крутые, потому что у них есть уровни развития и мутации. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем обзор на крутые SCP. Погнали! Так, ну что, первый у нас SCP-610. Ну, в него нельзя вселяться, а в другие мы будем вселяться, я вам все покажу. Так, давайте сначала вам покажу, что он может, как он дерется вообще. А, кстати, когда он убивает, видите, уже происходит мутация и появляются какие-то быстрые SCP-шки. Они меняют, смотри, Дим. Он убил... А, он просто застрял в нем. Надо вытащить, да. Так, смотрите, их уже двое с одного. Так, неприкольно. О, чувак теперь сидит на картофанах. Что это такое? А что это сейчас происходит? Они дерутся. Думаешь, это драка? Эй, подождите, не деритесь, не деритесь. Да что это, вы поставили одного только. Уже такая вакханалия происходит. Да успокойтесь. Да успокойтесь, они какие-то психи, они заполонили всю. Да вот ты что? Нифига. Да подождите. Мы записали ролик, видишь? Нифига себе, ты видишь, что они творят? Да. Это какие-то неадекваты, так это всего первого поставил. SCP-610 спавнер. А, он сразу их спамнит. Так, мочите его, мочите. Этого придурка. Мочи, мочи. Да ты задрал, тварь. Ребята, я знаю, в такие моменты надо, знаете, что админский пистолет, брат, только он нам поможет. Где он там ходит? Дурак, что ли? Успокойся. Все, отлично, ребята. Ну, какие-то у нас очень сегодня мощные SCP. И обязательно прямо сейчас, кто смотрит этот ролик, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. И только выходят новые моды, и мы их сразу стараемся записать. Поэтому следующая у нас SCP, это SCP-610-1. Так, теперь смотрите, в него можно процесс... Воу, ребята, кстати, когда в него вселяются, у меня меняется картинка. Все стало черно-белым. Я в черно-белом цвете все вижу. Офигеть! А ну смотрите, я могу от первого лица? О, я могу от первого лица на его делать. Я прям вижу свои руки, когти, ноги. Офигенно сделано. Очень крутой мод. Очень. Дима, удари меня, Дима. Удари меня. Дима, ты пол портишь. Ты кровью его пачкаешь. Давай. На. Еще один появился. Теперь такой же самый, как этот, я? Да. Так, а ну давайте я в него вселюсь. Попробую им убить. Они... О, смотрите. А, какие-то вонючие кучеряшки там лежат. Червивый, падла. На, да что я не могу попасть? О, попал. Во, смотри, мутация. Реально, они все мутируют. Так, выселяемся, теперь в этого вселяемся. Это уже какая? Третья стадия, сейчас будет четвертая стадия. А ну иди сюда. С одного удара. И что, ничего не вылупился? Вот, а, получается всего три мутации. Да, ну давай еще раз тебя буду карать, вонючий. За что карать, на. Ты так не любишь? Хорошо, мы поняли. Всего трехмутантный. Так, 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 где у нас? Так, отдыхай. Тоже отдохни. Мужики, успокойтесь. Что-то у вас тут так много было? Тут вообще плодитесь. Да ты откуда взялась? Ты смотри, с одного выпадает 100 штук. Не рандомно, кстати. Так это так работает, Дим. Да? Мне нравится, да, как оно работает. Поехали дальше. SCP-610-2. Так, давайте я в него вселюсь. О, не, о, теперь с красным цветом все. Уже красным оттенком все. Дим, у него сзади ребра видно. Да я вижу, прям все торчит. Ну, давайте от первого лица сделаем. Блин, офигенно, я прям могу, знаете, ходить четко и управлять им. Так, а ну давайте кого-то ударю. Что будет? Так. На тебе. Так, кто у нас сейчас там выпадет? Нет. Не-не, слушай, по звуку должен кто-то выпасть.
вот кто выпал. Ой-ой-ой-ой-ой, застрял. А чё, он встанет? А это просто тело, типа, которое поели. Не, какие-то звуки происходят. Во, смотри, он ожил. Да ладно, давайте я теперь в него вселюсь. Так, давай я убью. С GTA San Andreas. Персонажа. Мысли бомжи. Так, подожди, сейчас он опять, слышите, звуки идут? Вот, смотри, потемнел. Так, интересно, кто сейчас? Не смеюсь, мыслями бомжами. Это будет опять звук, слушайте. Вот, отойди, отойди, Сиджей. О, без головы, видите? Еще другой выпал. А этот, видно, такой, как... Тоже черно-белым, но каким-то таким более серым оттенком. А ну-ка, Сиджей. У меня на руках есть. Воу, хорошо бьет. Бум. Ай, тихо, ты сразу двоих убил, он на расстоянии бьет. Нифига себе, кто сейчас будет, интересно? Так, заранее возьмем пистолет. Потому что эти сцепи очень жесткие, прям реально крутые. Так, вот это, да, выпал сейчас? Вот, или кто выпал? А, я не знаю. Он а, вот он лежит. Во, во, еще какой-то. Это какая уже, четвертая стадия? У него лап нет, но... Так, а ну давай я тебя убью. С одного раза, вы видели, что творится? Просто ударю его всем телом. Так, админский пистолет. Дима, он еще без лапти, он без этих. Так, хорошо, давайте, отдыхайте, нам еще обзор делать. Сильно много вас наплодилось. Уйти хотят, видите? Сразу все к двери уходят, мы должны не допустить распространения инфекции. Короче, мы этих SCP обязательно добавим в коллекцию на постоянку, так как они весят всего там 50 мегабайт. Эти SCP можно одного ставить. Представьте, сколько в конце ролика будет SCP на карте. Короче, ребята, если этот ролик набирает 5000 лайков, мы сразу снимаем выживание на этой карте с этим модом и возьмем 8 человек. Прям будет очень жирно и эпично. Согласны? Да, Дим, кстати, они умные, они ходят по карте, то есть я... Да, они знают. Они именно находили места там. Так. Следующий у нас SCP-610-3. Так, давайте я вселюсь. Сразу. Так, все в сером цвете. Мы уже видели, Дим. Мы его уже брали? Да, у него ведь, смотри, у него ведь ножики как в руках. SCP-610-4. Ого, таракан! Я такого еще не видел! Эй, таракан! Блин, классно! Так, сейчас мы в него вселимся. Он похож на таракана большого. Так, ребята, досмотрите ролик до конца, потому что мы всех поставим из цепи. Включим им искусственный интеллект и просто повыживаем. Бум, на, держи сразу в голову. А я могу убить своих? Я не могу его бить. Могу тебя зато ударить сразу. Дима, еще один мутирует. Я буду убийца. Бум. Вот это я их разлажу. Офигеть, вот этот муравей вообще классный. Ты что, они тут прям плодятся все. Так, мужики, не вставайте. Краба. Им убиваем? Да, мочи их. Мочи. Так, мужик, не вставай. Так, следующее у нас. SCP-610-5. Так, вселяемся. Так он уже был вроде. Не, именно этого не. Вот это после таракана идет. Просто мутации похожи, понял? Бум! Двоих. Или троих. Двоих. Одного. Как-то тело выпадает, да? С трупа еще выпадает один NPC, который станет SCP-шкой. Получится из этого. Так, ждем. Сейчас что-то будет. Мне кажется, сейчас получится без ноги. О, таракан получился. Кто бы знал, да, что с этого таракана получается. Так, включаясь, сливаемся в таракана. Проверяем мутации. А ну, банан. Банан. Так, банан, сейчас кого все лица получится с него. Так, без башки интересно. Получился, я понял. Так. А я не понял, ты чё выходишь? Так. Пажем его тоже. Так, хорош, плодится. Ну чё распространяетесь тут? SCP-610-6. Опа, сразу этот чили-пиздрик появляется. Так, я за него управляю. Бум. А, он бьет прям, смотрите, прям жестко. Двоих сразу. О, что-то за челик появился, какой-то новенький. Опа, что это с ним? Он в рубашке. А что он золотой?
Он смотрит на рыбачку. Блин, он стрёмный очень. Да знаете, ночью его увидеть, можно реально испугаться. Так, давайте я в него вселюсь. У него рот открыт. Ого, я так все вижу, как-то очень темно, но при этом четко. Попробуй убей кого-то. Ай. Ну так, медленно дамажит. Так, посмотрим, кто с него вылупится. Пошел. Дверь не закрыта там. Ого. Нафига чё. Ну, посмотрим. О, таракан появился. А представьте, рандомные будут появляться. Рандомные. Не одинаковые появляются. Блин, ну это еще круче, да? Что рандомно. Так, мужики, давайте, прекращайте. Вы не должны на планету попасть. Отлично. А, вы еще там. SCP-617. Так, давайте сразу его вселимся. О, с прикольным оттенком видно. Такой, да, более допустимый. Давай, иди. Кто? А надо. Так, смотрим, кто с него выпадет. Да, я люблю карасей. Так. Может, таракан опять будет? Я вообще угарно, если будут везде тараканы выпадать. Ну, я так понял, рандомно. Это очень классно, что ты не знаешь, кто с тебя выпадет. О, вообще, это челик выпал. Опять рубашку. Не, не управляю. Дима, а он открыл двери. Кто? В смысле? И он дверь открыл. А ну не стой, ничего не делай. Я не знаю, он. Может, а нет, это кто-то из вас нажал. Я нажал, потому что они точно не умеют. Смотрите, вот я до кнопки ставлю. Не, он не умеет. Убивайте его. Ликвидируйте. Так, заходите, закрывайте дверь. Заходите, заходите, обязательно. Не допустим распространения. Так. Дальше у нас SCP-617. Был. SCP-618. А, ну я понял, это все между собой связаны они. Давай, все-таки я убью тебя. Подойди, не ссы. Карась. Карасевич. Мы ж обзор делаем, надо же прикольно все показать. Так, ну что, давайте. Я думаю, что все-таки таракан вылупится. А может, такой же челик вылупится? Не знаю. Будет прикольно, если такой же. Ну-ка. Во. Сейчас последний еще. Да, такой же. На тебе за это в голову. Так, нельзя. Так, ну что, как и обещали, мы очищаем карту и сейчас ставим всех этих SCP-шек. Ой, ребята, сейчас будет классно. Надеюсь, они между собой драться не будут. Так, растения мы ставить не будем. Все, идите, открывайте двери. Бежим. Ой, ребята. Ну что, выживание начинается. Сейчас дайте я хоть выйду, они меня сразу замочат просто. Как раз мы и проверим, смогут они нас найти или нет. Все. Бежит, быстрей. Быстрей. А, я успел. Блин, круто, бегают, смотрите, прям по этой, по лаборатории всей. А-ха-ха, ты не попадешь по мне. Я сам безопасный, нет, я не сам безопасный месте. Ай-яй-яй-яй, попали, нет. Уже одного заразили, представляете? А, ай-яй-яй, меня убили. Офигеть, ребята. Начинается весилово. Так, зачем ты его привел сюда? Не сами тут. Так, отлично. Ай. А, в проходе встал, тварь! Блин, прям жестко спасаться надо. Давайте хоть немножечко прорвемся. С этой жопы всей. Ай-яй-яй! Меня убили. Так, надо оружку взять. Давайте, конечно, админский пистолет, это читерский, но что-то возьмем. Например, шестистволку. Блин, у них жизни, кстати, так многовато. Я знаю, наверное, красные гранаты. Отойди отсюда. Так, гранаты, беритесь. Так. Отлично, аж стекла вылетает из-за гранат. Пердежом. Да, давайте повыше такие. Ой, отлично, я прям хорошо попал. Дима, тебе дал гранат. А ты дурак, что? Кинганчпак!
Фукинг энчпакл. Давайте красиво атаки не врата. Ой, все. Четенько, прям в них. Ой. Закидывай туда гранаты. Только так мы выживем. Все, ждем. Теперь можем выходить. Все, больше не кидайте. А вы слышите, они там идут или нет? Я слышу удары. Так, сейчас мы пройдем сюда, посмотрим, что здесь творится. Так, никого нету. Не подходи, оно тебя убьет. На. Хорош, хорош. Ой-ой-ой-ой-ой. Слился, сразу троих снял. Молодчик. Так, все, вроде никого нету, мы зачистили. Нет, есть. Есть? А, вижу, да. Так, сейчас пройдет здесь красный дым. Они умирают. Сразу видно, игра с профессионалами. Ай. Все, они умерли. Да? Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и быстрее мои ролики еще. Ого, как красиво стало. Да? Ой-ой-ой, все крышится.